Последствия попадания бомбы по улице Ванды Василевской в дом. Это я в доме напротив, в офисном здании. Вот это вот вид из коридора на улицу. Что делается? Блин, ну посмотри там наверх. Посмотри, бронированные двери вырвало. Взрывной волной повыбивало замки на бронированных дверях. Нам на какой этаж? Нам выше еще на один этаж. Сейчас, подожди, я сниму. А вот дом. Из окна сейчас покажу дом, в который бахнула ракета. Это район, на котором я родился и вырос. Боже, бедные люди. Повыносило, повыбивало окна. Да. А вот офисы, в которых работали люди. Вот как стекло может поразить людей. Это я. Вот такие дела. Сниму вам дальше. Покажу, что тут делается. Вот все, что взрывная волна наделала. Вот это вот все. Сука, русский мир. Идем на следующий этаж. Тут тоже везде. Вот взрыв. Это ваш офис, да? Да. А что мы тут будем забирать? Ой. А что там, компьютер? Аккуратно, да? Аккуратно, отойдите. Димон, стой, подожди, не ломай, там провода не тяни. Попробуй.